Итак, следующая операция. Вот у нас корпуса отгравированы. Вот вы видели только что, как я гравировал вот эту надпись. Потом было отгравировано вот это уже с номером все. И сейчас у нас задача вставить три направляющих сюда. Вот это нижняя направляющая, это для крепления ОСМ. И две направляющих для крепления модератора. И плюс 4 винта для обжима ствола. Значит, вот смотрите, у меня разложены направляющие. Они сразу по порядку, чтобы алгоритм был понятен. Первая, вторая, третья. Вот эти гайки сюда, шайбы, которые я сейчас положу, где они? Вон, за пластиковым контейнером. А, все, вот шайбы есть, отлично. И шпильки и винты. Все. То есть, вот эти вот детали разные, они разного диаметра. Поэтому, чтобы не перепутать, сделано таким образом. Значит, что? Вот у нас здесь винт крепления М4. Чуть-чуть наживляем. Я вставляю. Она вставляется легко. Примерно совмещаю. Беру ось. Вставляю ось. И продавливаю до попадания. Вот, попало. Корпус иногда бывает немножко по гальванике чуть больше, чем нужно. Поэтому приходится таким методом действовать. А вот здесь уже М5. Значит, вторая М5. Опять же вставляю. Вставляю шпильку, штифт. И оббиваю. Есть. И третья тоже М5 резьба. Вставляю. Совмещаю отверстие. Штифт. Здесь отверстие плотное. Есть. Следующее. Вот у нас здесь должны стоять гайки для затяжки ствола. Сначала кладу сюда шайбы. 4 штуки. Не на ту сторону. Да. Туплю. Да. А, вот да. Сначала их. Паша, я эти корпуса собирал раньше, чем ты. Это да. Да, точно. Шайбы сюда вставляем. Давно не собирал. В конце концов, директор или кто? Правильно. Директор всегда прав. Видите, как выдрессировали? Вон Саня как болтает, аж здесь слышно. Есть. Потом беру вот так пальчиками, зажимаю, переворачиваю и рассыпаю 4 шайбы под винты. Потом беру 4 винта, вставляю. И наживляю. До касания, то есть не затягивая. Все, у нас корпус собран. Эта операция собрана. Следующая операция — вставление вот сюда штифтов. Потом следующая операция — установка рычага. Потом петля, потом ОСМ. И потом уже на сборку. Погнали!
Ну и в таком духе сотни, 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 сотни. Погнали.